В республике начался сбор средств и вещей для пострадавших. Одна из точек приема гуманитарных грузов – Чувашское отделение Российского Красного Креста. Как только появился призыв о помощи, люди стали звонить туда. Причем откликнулись даже жители соседних регионов, в частности Татарстана. А сегодня в отделение Красного Креста уже приносили вещи. Можно вас оставить? Как помощь? Товар. Да, конечно. А куда поставить? Вниз запиши. Помочь пострадавшим – это вполне естественно для человека, считают те, кто отозвался на чужое горе. Пока среди откликнувшихся – обычные горожане. Организация, как показывает практика, подключаются позднее. Гражданский долг, наверное, тут слово очень сложно подобрать. Просто мы любим помогать людям, мы считаем, что помогая друг другу, мы можем решить многие дела. И вот в данном случае, откликнувшись всем миром, мы сможем действительно оказать людям плодотворную хорошую помощь. Люди приносят вещи – шубы, куртки, кофты. Они могут понадобиться в первую очередь, говорят общественники. Среди пострадавших есть такие, кто остался без вещей, документов, без всего. В списке необходимого – обувь, одеяло, полотенце, туалетные принадлежности. Все то, что обычно нужно в быту. Вещи уже появляются на полках Красного Креста. В основном, конечно, женские вещи. С мужскими всегда тяжелее было. Мужчины у нас покупают одну-две вещи, на всю жизнь хватает. Люди, если сейчас попали в такую ситуацию, то наверняка обувь – это будет самая больная тема. Не исключено, что понадобится питание, сухие пайки. Но точный список того, что и кому конкретно требуется, сейчас формирует отделение Красного Креста. И у нас есть список телефонов тех, кто пострадал. Будем обзванивать и будем спрашивать, что конкретно кому нужно. То есть вплоть до того, что если одежда, то каких размеров. Чтобы мы, если везли что-то куда-то, то на уже конкретного человека, а не так, чтобы на всякий случай. Список уже к концу дня появится в социальных сетях, а также на официальных сайтах местных органов власти. Всю информацию также можно узнать по телефонам горячей линии МЧС России по Чувашии или отделения Российского Красного Креста. Действует и специальный расчетный счет, куда каждый может перечислить деньги. Посмотреть все реквизиты возможно на сайте органов местной власти КАП.РУ. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.